Всем привет, дорогие друзья и мои любимые подписчики, вы на канале Осторожно Авакин, с вами, как всегда, я. В этом видео я решила снять обзор, так скажем, на новое обновление. Почему? Потому что нет идей, нет возможностей, нет времени и нет сил моих больше снимать какие-то трудные видео. Но так как наши любимые разработчики каждую божью неделю добавляют новую локацию, новые обновления, новые апартаменты, новые шмотки за краунс и целую одну вещичку за авакоинс, ну, по крайней мере, в женском магазине, это прекрасный повод снять это видео. Может, они думают, что мы закроем глаза на весь происходящий тотальный пиздец. На весь происходящий тотальный ужас. Может, они думают, что мы закроем глаза на все вот эти вот денежные предложения из-за того, что они выпускают локации новые. Да. Хотя это на самом деле просто повод для того, чтобы добавить новых шмоток за ту же донатную валюту. Ну, собственно, в-третьих, это еще один повод высказать свое никому не нужное мнение, чтобы вы нас послушали, меня послушали. Все, давайте приступим к обзору локации. Итак, что мы имеем, зайдя на локацию? Очень большое пространство, очень-очень большое. Все выстроено в холодных достаточно тонах, в таких фиолетовых, голубых, очень синих, белых, серебряных. Далее поднимаясь по ступенькам, нас встречают ЛКВД Реи, которая дает нам титул какой-нибудь. Тут можно посмотреть следующую страницу, предыдущую страницу. Ну, я, конечно же, выбрала гений стиля. Ну, кто еще, если не он? Ну, разве что тигр подиума. Но все-таки остановилась на стиле. Ой, какая-то мне девочка там писала. Короче, я и там тоже лайк поставила. Вот эти все дела. Также там можно было получить фон в подарок. В золотом подарке он был. Вот, и мне еще вообще не нравится то, что вместимость у этой локации, по-моему, 8. А нет, все-таки она рассчитана на 16 человек, но я считаю, все равно можно было сделать 24, например, как в спортзале, потому что места тут явно больше, чем на 16 человек. В общем-то, я вам тут показываю дизайн этой локации. Мне очень нравятся вот эти мыльные шарики, пузырики и планеты, какие-то облачка. И то, что там бескрайний океан. И мне было очень классно депрессировать тут. Ну что ж, апартаменты нам даются вот такие вот за 70 краунс. Я их не покупала, потому что я не богачка, так что я вам их не покажу. Потом сами посмотрите в общественных квартирах. Тут я, в принципе, уже перешла к новиночкам у девочек. Вот такой вот купальник там был за 2000 краунс примерно. А, там даже два купальника, блин, я не заметила. Ну, короче, ладно. В общем, такие вот вещи. В принципе, как всегда, все одно и то же, только разные цвета. Ну, ладно, не спорю, мы уже привыкли. Далее идут новинки у мальчишек. Они как-то вообще, мне кажется, не сочетаются с этой локацией. Или это, по-моему, вообще для прошлого обновления. Короче, я не знаю. Ну, да ладно, я не слежу за мужскими новинками. Ну вот, решила зайти посмотреть за авакоинсы, шорты какие-то дурацкие. Ну да ладно, в принципе, чаще всего мальчики лучше одеваются в авакине, чем девочки. Ну да ладно, все, всем пока. А еще вот такое вот очень интересное кресло я нашла. Я бы хотела всем вместе, всемиром вроде бы, на него сесть и сфоткаться. Но не с кем, конечно же. В общем, я ставлю этому обновлению 7,5 из 10. 7 баллов эта локация, потому что она получилась все-таки, ладно, вайбовая, такая голубая, там вообще-то очень прикольно, и было бы интересно поделать красивенькие кадры, например, но половину балла за одежду и за квартиру, ну, за апартаменты, потому что мне там ничего не понравилось, но просто за старание, как бы, надо поставить, да. Ну, как бы, как учитель могу оценивать именно так. Все, всем. А, напоминаю про наш телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Там что-то происходит. Постоянно. Ну, так, как бы, просто напоминаю. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Любите, будьте любимыми. Всем пока-пока.